Nikomu nenozni blog. О май гад. Йоу-йоу-йоу, 22 февраля, 8 утра. Теплый снежок навалил кучи. У меня сегодня пюрешка. Можете поздравить. Но речь не об этом, а о том, что мы едем. Едем снимать дроном летать. Короче, идем навстречу кронцу, кобельцу. Йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу, вот здесь пандочка, смотрим, здесь она. О, это боксер. Копиркин, круто ли это? Макс, к сожалению, сейчас принтер не работает. Я понял, спасибо. Блядь. Это победа. Дорогой друг, вот она, будущая дорога к твоему прекрасному, красивому, новому дому. Керро, территория мечты. Надо, короче, продать вот эту дом. Мы летали на дроне. Это заднепривод, брат. Заднеприводные чуваки? Заднеприводные. Значит, компания Quick House. Сдать, снять, продать, купить, убить кого-нибудь, если нужно. Ну, любой вопрос за ваши бабки. Поэтому все сюда. Вот, вот здесь там ссылочка будет. Вот здесь, там Саня все сделает. Инфографика красиво. А если что-то поснимать, то у Сани есть Blackmagic 4K. Он сделает тоже все красиво. Да. Просто нативная интеграция. Запилил все сразу же. Погнем. Давай. Вот так началось сегодняшнее утро, 22 февраля, а это значит, что... День рождения у меня! И лучший подарок от вас будет, если вы придете послезавтра, 24 февраля, в 8 вечера, все в Кабельпорт. Мы будем снимать клип для проекта XS Project. Скорость наставляет! И нам очень нужна классная радостная массовка, так что приходи и попляши как следует. Ну и, конечно, спасибо вам всем за поддержку, заботу, дружбу и работу. Без вас вообще ничего не происходит в этой жизни. Фирменная нативная интеграция. Жидкое мясо, жидкое мясо. Жидкое мясо. Стаут с бекончиком. Жидкое мясо лучшее вообще, что я пила, ела, не знаю, как правильно говорить. Просто чума. Твердая еда. Твердая еда. До встречи 24-го все в Кабеле. 8 вечера. Ссылочки все внизу с описанием. Ага.